Американское правительство всерьез опасается появления нового Сноудена. Настолько, что власти планируют уволить 90% системных администраторов, работающих в Агентстве национальной безопасности. Об этом заявил директор ведомства генерал Кит Александр. Выступая перед главами ФБР и ЦРУ, он пояснил, что только так можно избежать дальнейшей утечки секретной информации. Людей заменят, цитата, роботы и другие современные технологии. Между тем, все больше американцев выражают поддержку Сноудену. Так, сегодня в США был закрыт почтовый сервис LavaBit, которым пользовался бывший сотрудник ЦРУ. Как заявил владелец сервиса, лучше он потеряет бизнес и разорится, чем раскроет личные данные пользователей, как того требовало правительство.